выходом на сцену ничуть не волновалась, привыкла к публичным выступлениям, поделилась конкурсантка Полина Шагиева. Вокалом первоклассница занимается с 4 лет, и именно в этом возрасте мама привела девочку в музыкальную школу. Я у нее сама попросила, чтобы она меня отправила в музыкальную школу. Почему? Ну, чтобы я умела петь и танцевать. В этом году конкурсанты фестиваля «Талантливый город» будут бороться за кубок мэра города. А конкуренция будет серьезная. Поступило около 300 заявок. Назвать точное число участников организаторы не решаются. Несмотря на то, что мы прекратили сбор заявок там за 2 дня, да, для того, чтобы все равно заявки до сих пор идут, и люди просятся. Вот на сегодняшний день сейчас приходят, да, и просят еще вписать кого-то, еще кого-то принять. Что до конца даже сейчас невозможно ответить, сколько заявок. Фестиваль объединил вокалистов, танцоров и всех талантливых челнинцев, отмечают организаторы. Самые яркие номера участников зрители смогут увидеть на гала-концерте, который состоится не раньше, чем через 3 месяца. Эльвира Ермакова, Василий Киселев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».